Нижний Новгород отстает по числу гостиничных номеров, которое определено регламентом FIFA. По данным крупнейшего сайта-агрегатора booking.com, в столице Приволжья насчитывается более 100 гостиниц. Общее количество номеров менее 2500. Для чемпионата мира по футболу нужно в 3 раза больше. Однако губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уверяет, что все гостиницы будут построены в срок. Гостиницы не должны быть сброшены, как снег на голову жителям. Они должны встать нормально, со всей инфраструктурой. Поэтому до конца этого года проект детальной планировки будет разработан, и там будут учтены в том числе и гостиницы. Нижний Новгород не единственный город, отстающий по числу гостиниц. Требованиям FIFA сейчас полностью соответствует только Сочи. И нетрудно догадаться, почему. Но даже если все обещанное и построят, вопросов меньше не станет, уверяют эксперты. Непонятно, как использовать гостиницы после турнира. Впрочем, есть и более оптимистичные точки зрения. В таком городе, как Нижний, он все равно должен наращивать свою репутацию. И российскую, и международную. Для этого гостиницы качественные. Они, конечно, нужны. Если говорить о коммерческой составляющей, это скорее проблема инвесторов, которые вкладывают деньги, если они потом не отобьются, как бы их проблемы. Опыт Украины и Польши после Евро 2012 года, например, показывает, что отбиться инвесторам не так-то просто. Невостребованность гостиниц вынудила владельцев продавать их в качестве обычного жилья. Ким Андреев, Гайна Аветян, Илья Федулов, Горький ТВ.